Всем хай, с вами Срок. И вот он, JV. Вызываем его сразу. Тут у нас три гонки. Два радара, один драг. Кто смотрит мои видео, все знают, что в драге нуб, рак, рачье, рачина. Фух, ну думаю, это драг мне подкорится. Что, начнем. JV Dodge Viper. Мой четвертый в списке. Выиграю его. При том троица лидеров. Ну погнали. Сразу же вырываюсь вперед. Первый радар. 170. Я сразу же врезаюсь. JV уже. Возле следующего радара. Куда я поехал? Если не собранные. Живи очень большая фора. Фух. Первый. Ну, я 120 врезался. Для первого гонка, как так говорится, первым блинком. Все 36. Да! Все же таки я это сделал. Трон из драг. Самое сложное. Так, извините за небольшую заминочку. Начнем с драг. Фух. Забыл я уже играть. Драги. Все, понятно. Разбит. Так, рестарт. Рано, я же закашлялся. Бля, опять я в колесо. Как сделал JV, он проехал на лидера. Ну, попробую я. Я мало очень вот это в драге. А я просто не силен. Бля.
друзья, я проехал дальше. Бля. Я уже приехал. Приплыли. Фу, ну и посмотрите на мосты. Бля. Было переезжать уже там. Это просто дичь какая-то. А, переключайся. Спокойненько. Ну, объедь ты ее, тварь. Пиздец. JV разбился, у меня был шанс. Я его не использовал. Бля! Я прошел. Там он финиш уже скоро. Это просто пиздец. Ребят, я просто рак в драге. Я. Если я. Может там в других гонках я рак там. Но в драге я днище. Просто дно. Почему это? Нет, я доехал до финиша. Так, эта передачка назад была переключена. Сразу лучше. Да, я это сделал. Фух, это было очень непросто, вы бы знали. И последний радар. Фух. Нет, конечно, JV такой тяжелый, просто я рад. И все. Погнали. Я же два раза сделал, я третий сделаю. После драга аж не прилично машину управлять нормально. Сто 38, извините. Отлично. Так, 6. На JV первый. Как он приехал? 43. Кто 61? JV посасывает. Аккуратненько. Уходим, так, JV на хвосте сидит. Еще раз тоже все один. JV опять посасывает. 20% осталось. Всего лишь последний радар. Сорок шесть. JV опять посасывает. Нет, JV нет.
Офигеть. Есть. Джейви побежден. Две марочки. Фух, ответственный момент. Выбираем это. Пожалуйста, машина, 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 машина. Да, машина есть. Фух, так. Пожалуй, выберем ответ. 100 тысяч. Получил я. Все, машина у нас. Следующий у нас. Что это за нуб? Рональд Маккри, Ронни. А, Астон Мартин DB9 едет. Ага. Когда я буду вторым и вызову Рейзера, он вообще не построится. Так. Вот 8 побед, 5 этих нужно. 5500. Что за гоночки? Разности, разновидности. Что за события? Обычно 3 радара, и тут держитесь, полицейский приедет не менее 8 минут, надо тут не за 2 минуты, примерно 600, нихера. Серьезно. Так, теперь гараж, затянем машинку. Вот он, Вайпер. Тут проверим, что лучше, Корвет или Вайпер. Корвет немного отстает. Мы доджи. Так, свободная езда. Дождь получше, не понимаю, не хочу. Да, мне дождь больше не нужен. Так, детальки. Что, наборы тюнинга? Спойлер. Все. Возьмем Air Force. Лобода. Позе, что это? Вот такие поставим. Поездка на горячее. Это на капоте у меня есть. Так, что у нас здесь? Хотя никак я его не поставлю. Что за таким вид машины? Краска, так сначала обода красим. Хотя нет, сначала обода не буду красить. Машину покрасим. Вот такой цвет. Винил. Родовой, что это? Лагонки. Национальные флаги у нас, обычные флажки, да? 5 корпус, что ли, поставить? Вот такой поставим.
Да, нужно покрасить машину по-другому. Под этот цвет ничего не идет. Переключим блеск. Белый. Так, отлично. Тренируем окон. Числа. Так, сразу педометр выявлен. Вот этот стоит. Так. Ой. Ой, заново придется делать. А, я не тут поставил. Ну ладно. Блеск чисто прикольный, обода и белая вода поставлю, выбираем тачку, все в принципе. Я считаю, что нормально, покрасить себе. Да. Ну, конечно, более поворотливый. Ну, показал ты зря, как бы небольшой. Кому понравился видео, ставим лайки, подписываемся на наш канал, комментируем. Всем пока, с вами был Астрок.